В Твери продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Люди активно голосуют не только в помещениях избирательных участков. Жителям предоставлена возможность сделать свой выбор на предприятиях, придомовых территориях и в дачных кооперативах. 28 июня такой выездной пункт для голосования был организован в микрорайоне Южный. Зинаида Шелекет со своим домашним питомцем отдает свой голос одной из первых. Тоша, голосуем. Молодцы, Тоша. Вас поздравляем. Благодарим вас за то, что вы приняли участие в голосовании. Прежде чем пойти на избирательный участок, Зинаида Сергеевна тщательно изучила поправки в Конституцию. Я сознательно иду, и я даже, вы знаете, вот просто обрадовалась. Вот просто обрадовалась, наконец-то. Ну вот буквально все вопросы, они настолько актуальные, настолько все серьезно, грамотно. Жительница Твери Тамара Карасева и ее кошка-мормышка уже прославились на всю страну. Они голосовали в числе первых и сразу попали в новости. Тамару Алексеевну больше всего заинтересовала поправка об ответственном отношении к животным. Гуманное отношение, а не только к животным, но ко всему окружающему миру. Еще один избирательный участок на территории крупного городского предприятия. Весь процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ занимает не больше 2 минут. Организовано все с соблюдением всех требований по гигиене. Безопасно, все быстро. И поэтому люди быстро возвращаются на свои рабочие места. А вот голосование в дачном кооперативе. Этот молодой человек впервые принял участие в избирательном процессе. Недавно ему исполнилось 18 лет. Первый раз. Поздравляем. Сейчас, когда я первый раз голосовал, это, наверное, довольно-таки важно. Как со стороны личности, так и со стороны государственных дел. На каждом избирательном участке, будь то придомовая территория или здание школы, тщательно соблюдались все меры безопасности. Все выдают, и маски выдают, и перчатки выдают, и еще и приятные сертификаты на память, потому что такое событие бывает не каждый год. И даже не каждое десятилетие. Проголосовать можно в любой день до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.